На протяжении всего 2013 года в республике проводится акция «На службе людям родной земли», приуроченная к знаменательной юбилейной дате – 90-летию службы участковых инспекторов. В рамках этой акции стартовал смотр-конкурс на звание «Лучший участковый инспектор по делам несовершеннолетних» и «Лучший участковый инспектор милиции». Открытие конкурса прошло сегодня в Брестской крепости и будет длиться по 15 ноября. Торжественным маршем по площади церемониалов прошли лучшие стражи порядка нашей страны. По традиции они возложили цветы главному монументу цитадели в знак уважения тем, кто ценой своей жизни отстаивал честь нашей Родины. Оцениваются, помимо знаний непосредственно нормативных правоактов, которыми руководствуется в работе участковой, также ценятся знания огневой подготовки, физическая подготовка, криминалистической техники, медицинской подготовки. То есть такое разноплановое, но, конечно, максимальное количество баллов можно получить только за специальную подготовку, потому что на самом деле те знания, которые нужны не только для того, чтобы выполнять свои обязанности правильно, но и действительно, чтобы оперативно, качественно, своевременно рассматривать заявления, сообщения о преступлениях и административных происшествиях и помогать людям. Добиться этого, то есть выступления на смотре конкурса в Буканском, необходимо пройти два этапа. То есть непосредственно мы проходили в Пинске, затем в Бресте мы проходили по Брестской области, и уже по результатам смотра конкурса в области уже выбирали трех инспекторов лучших по делам несовершеннолетних и трех участковых инспекторов милиции. Каждый день конкурсантов ждет новое испытание. Сегодня они сдали экзамен по медицинской подготовке, который включил в себя теоретическое и практическое задание. Ведь оказывать медицинскую помощь обязан каждый, кто выбрал профессию родине служить. Заявить о себе со всех областей и отдельно со столицы Беларуси приехало около 50 стражей порядка. От каждой области по 7 конкурсантов. Приятно было среди них отметить представителей слабого пола. Они при всей своей женственности и утонченности не боятся быть наравне с мужчинами, когда речь идет о работе. Я считаю, что обязательно нужны такие конкурсы, чтобы уточнять, да, то есть не зря называется конкурс «Лучший участковый инспектор по делам несовершеннолетних», да, и «Лучший участковый инспектор милиции», да, для того, чтобы все-таки повышать уровень своих знаний, да, между в этом конкурсе участвуя с коллегами. На торжественном закрытии смотра конкурса, который состоится в пятницу, победители получат ценные подарки. Еще одним волнующим моментом станет награждение авторов-призеров конкурса на лучшую публикацию, теле- и радиоматериал о деятельности участковых, но об итогах через несколько дней, ведь непосредственным участникам конкурса предстоит еще немало потрудиться.